Самые эффективные на сегодняшний день средства от постельных клопов как для профессионального использования, так и для бытового применения – это препараты на основе неоникотиноидов. Они содержат в качестве действующего вещества ацетамиприд и имидаклоприд. Дополнительно в некоторых препаратах есть пиретроиды и есть синергисты – это вещества, усиливающие действие препарата. Напишите нам, какие средства вы использовали ранее, и мы сможем подобрать для вас более эффективный препарат. Также на сегодняшний день применяются экологические средства для борьбы как с клопами, так и с тараканами. Это препараты на основе диоксидов кремния. Они уничтожают насекомых с помощью их высушивания. Они полностью безопасны для применения.